что когда начинаете вы дети учить, ну как же, ну этюд трудно и быстро. Значит, нужно трудно быстро играть. А за что вы метелью назвали? Причем это, слава богу, как сказать, никто не отобрал назад. Не опроверг. Тогда же будьте любезны, метель. Пускай она бьется вот так. Понимаешь? А то без педали сыграл, вот это дыщи. Совесть чиста, я сделал все, что требовалось. А не вышло, а что не вышло? А вы так, а это? А у автора нет. Понимаете? Вот когда они начнут соображать, что пьяно бывает разный характер, именно меня, вот это очень быстро. Там два варианта. Либо жестко, либо мягко. Либо сочетание, как правило, очень тяжелая левая, да, что далеко ходить. Вот он. Все, третьего варианта не дать, не придумали. А вот с пьяно, причем довольно сложно для студентов, но можно ему попробовать. Обычно так думаю. Вот нашли характер, из-за этого будет делать. А ты сначала посмотри, пощупай разное тип пьяна, и от этого пойдет характер. Бывает так. Не напугал? Сейчас еще добавлю. Thank you.
я побаиваюсь всегда вот этих обозначений у авторов времен Рахманинова. Потому что он ставил лента, а совершенно не был выдумывает это состояние. Понимаешь? Вот. Потом опять, что преобладает в линейном исполнении в данный момент? Серьезность. 300 лет она везет. Серьезность, понимаешь? Тем более, что из-за своей серьезности играешь. Там лига. А он уже отнёт к чему? О, и кажется, у тебя вторая. Ну как может быть две ноты с лигой, вторая вниз на целую квинту игрок? Понимаешь? Немножко не веришь, скажем так. Тем более, что здесь есть опять-таки дозировка. В четверти в левой. На них что-нибудь подписано? Ну, типа апартамент, акцент. Нет. А что ты их так высовываешь? Откуда же у тебя вот это понятие, когда о-о-о-о? Пробуй. Тихо. Thank you.
знаешь. Они есть, нет. Чем их нарисовал? Играют для них, паразитов.
тигра для себя бессмысленно. Поняла? Ну так смотри, вот села я такой. Плохо. Толкнула. Вот, ты возьми, потом убирай руку. А ты вот, вот так сделала. У нас куча всяких приемов. Особенно вот в концах пауз грехов этих. Когда вот она сейчас сделала тим, и вот такой толчок. Ну, все, права укоротила, восьмая, все, только результат нет. Да, понимаешь? А ты попробуй эту восьмую подержать. О, поехали. Причем левую руку делаю. Нет. Здесь больше, а здесь меньше. И уйдет. Останется. Поняла? Левая больше, а дальше продолжение. Не надо довершить. Спасибо. Вот и все. А главное общее движение и не толкать концы. От того, как ты палец поставишь. Помню, кто-то из старших товарищей. Важно не как поставить палец, а как его убрать. Я на него гляжу. Мне лет 19 было. Там кто-то уже сказал. А потом я понял, что не стоит об этом особо говорить. В этом есть. Если есть восьмая, не надо. Характер изменится обязательно. Все будет вовремя, там погод почищен. Да. Поняла? Прямо. Даже в одном вот этом, потому что будешь, просто чтобы не заорало и не пропадало, уже есть. Что есть? То, что и работает на зал, помимо рояля. А это есть всегда. Вот это и есть всегда. Ну, есть, конечно, ну, как-то прилично. Да? Да. Поняла? Да. Спасибо большое. Мне на этого идти больше жалко, потому что по ну, ленту четверть. А то, что в этом же этюде есть дальше четверть спартамента, а здесь спартамента нет, не усматривают. Что стоит? Шостакович, прелюдия фуга до мажор, Анастасия Валерьевич, класс доцента Татьяна Геннадьевна Свистунова. Thank you.
дело, потому что тут ошибка с вашей стороны, скажем так. Ты играешь модератно на раз. Да. Ты играешь ти-та-та-та. И потом, я каждый раз, не забывайте, что у Шостаковича нельзя смотреть на метроном. Категорически возбраняется. И это знают все. И тем не менее, когда было переиздание, все равно взяли и вы сделали это метроном. Я уже об этом рассказывал, могу повторить. Когда Татьяна Струн Николаева пришла к нему домой играть, он чуть со стула не упал. Она говорит, так я же по вашему метроному вынимаю свой грудь. Да нет, вот, сломанный метроном. Причем он делал так, он у него показывал от 60 вниз, увеличивая, и сильно увеличивая вверх. Это общий известный факт, я лично слышу ответ. Это, ее спросили, откуда он попробовал. Это такой эль-шкандаль был. Кошмар. Она пришла, она говорит, а мне пришлось по ходу, он начинает показывать, а я не могу ехать сразу, потому что, ну, все в других темпах. А бывает трудно, когда говорят, сыграй быстрее. Надо ладно. А вот сегодня девушка показала первое. Как трудно бывает, когда сыграй медленнее. Это совсем невыносимо сразу. Поняла? Ну что? Это вот уж утренняя музыка. Да ничего. Ставь руки. Ставь ноги обе. Обе. Дави ее. Обе. Построила. Для меня загадка. Но почему соль до ми нужно играть первым, третьим, пятым? Третий с пятым не контактируют, они не управляются. Хотите, чтобы управлялось? Четвертый, второй, первый. Нет. Первый, второй, пятый. Идеальный вариант. А второй, ну, в любой, в таком расположении с учетом анатомии человечества можно выделять по запросу нижнюю, среднюю, верхнюю, первый, третий, пятый игрок. Попробуй первый, второй, пятый. Подожди, подожди. Мы так подробно. Скажи, пожалуйста. Продай секрет. Какого лешего ты в левой-то руке пятым, третьим играешь? Самыми неуправляемыми пальцами. Первый, третий. Тихо левую. Зажимать намертво и медленно опускать. Давай. У тебя все есть, кроме верхнего голоса. А он светиться должен отдельно не за счет громкости, а за счет предельной максимальной напряженности вот тихого придавливания клавиши. Пробуй. Да подожди, у
кроешь левой рукой, а левой вообще еле трогает. Ну, а я что говорю? О. Опускаться в соль нужно, в два пьяна. Если ты оставишь прежнюю педаль аккорда, будет понятно, что это намного тише, чем предыдущий. Ну вот такое в лоб сравнение всегда самое результативное. Попробуй. Thank you.
примитивной схеме. Он прибавляет голоса наверху. А наверху прибавлять не надо. Он наверх не так работает. Если ты прибавляешь, ты наносишь невероятный ущерб тем, что ниже. Поняла? Не надо так по прямой. Вот у Баха бывает, когда вдруг второе проведение в среднем голосе. Вот это проблема. Минутку.
Это о чем говорит-то? О том, что там лишние грамм 20-30 для вас не имеет значения. А если да, не скачок твердо рассчитанный? Попробуйте на руку повесить. Запросто можно вам. Thank you.
категорически. У меня этого наступа нет текста. Все предыдущее было одного размера, а тут друг больше. Поняла? Ну что я тебе могу сказать? Вот так вот я же сказал. Они тут, они много чего написали, в смысле это, но смотрите. Сразу первый, второй, третий, и встать на первый. И приспособить руку к пассажу. Даже дух старинный приготовился. Ну, дух. Попробуй. Вот прямо тут, я тебе сказал, вот, чтобы здесь первый оказался. Вот
бесполезно сейчас тебя мурыжить, потому что нужно взять ноты и посмотреть, где. Поэтому
тебя не требуешь тебя этого безобразия. Там, давай сначала и все. Как
такое? Я понимаю, что вы... Нет, милая, карандашком я не пользуюсь. Что-то повинуюсь. Надо тебе пользоваться. Мне же очень. Ради бога, вот сейчас отстреляешь, я отойдешь. И сама себя нарисуешь. Я даже обещаю тебе после этого не посмотреть, потому что там будет понятно, что ты подумала, а я не знаю. Четвертое это еще не последний. Последний. А, то есть. Thank you.
редактор склонен трактовать вот эту вот перечеркнутую цель просто как графическое украшение. Полный. Нормально? То есть это те же, ну это же прямой посыл, значит, значит на самом деле то же самое, те же самые четыре четверти, только украшены. Ну, теперь представь, что это за тема. По тем временам практически коллега. Да? Ну, это ладно. Бог. Тут есть пару моментов. Ну, кроме последнего и последний, третий. Смотри. Нет, ты садись. Хочешь восходить?
Сансеро был. Санос, конечно. Нет, не просто, просто писали, а поставленное на точке напряжения, это уже был, я бы сказал, громадный шаг вперед. Еще какой? Еще какой? Еще какой? Thank you.
это партия, не провал в деревне. Потому что потом тебе нужно на парк. А там столько расстояния. А если ты возьмешь четвертым, а это пятым повернул руку, ты его вытянешь. Вот как раз то, что должно быть. Называется тенуто. В самом начале. Так не бывает. Да люди проще были. Вот есть три голоса, получи три. Попробуй сначала. Ты просто когда два голоса эти будут работать. Ну даёт. Thank you.
Thank you.
же элементарно просто, знаешь как, да? Как? Я понимаю, элементарно просто. Значит, смотри, следишь. Ребят, я просил открыть, закрывайте. Пух полез. А это для меня конец. Я начну нервничать и отразиться сразу на студию. Спасибо. Ну, как ты думала сюда и как... Ну, плохо было. Давай. По-разному было в его жизни, но это все-таки еще ближе к рэпу. Потому что способ изложения самый, что не есть на уровне второй третьей сана. Да, гайдерский даже. Отсюда вывод, что у нас при всем, а если еще вверх, ну не может быть доминанта с тонкой одинаковой. Зачем строить характеристики? Да нельзя сюда.
мы имеем в виду? Это что у нас? Субдоминант. А это? Не проходите мимо. Нет, просто почему? Чтобы твердо знать. Не получается, чего знать. А вот знать, почему получается. Узнал, почему получается, зафиксировался пока. Thank you.
Слышно, Аркадий Гаврилович, совсем. А чего он это орёт-то? Да. Иди меня. Значит, что нужно? Нужно две вещи сделать во вступлении. Ой! О. Более удобно. Интонирую. Это папа. Папа. Подсуетиться обязательно. Пожалуйста, там очень важно нижнее, потому что это пипнет и никто не заметит. Давай, начинай. И потом, еще одну вещь, я бы не стал. Ну, это а потом еще как. Может быть, сразу взять анданте со стануто, ровно, чтобы ничто не отвлекалось. Это вот незащищенный автор с точки зрения нарушения морали нашей министерской, да еще его раскачивать, я бы не знал. Давай. Первой ноты. Провокацию устраиваешь. То есть ты играешь 32 по 6 и
папа, папа, и ты полезла вперед. И ты, зачем тебе? Вот когда пошли торцовые, ломаные, да? Железный ритм и контроль. Пробуй. Сверху. Та-та-та-та-та-та. С чего вдруг? Нет.
Да. То, что ты хочешь сделать сама, но два раза повторять. Зачем? Лучше ты поори, а она потише. Thank you.
помоги себе, попробуй. Он ставит одну линию, ну так, для себя просто. Пара, пара. На выбор. Можно это тише, а это громче. Ну, чтобы переключить, можно, понимаешь? Попробуй, что ты говоришь. Thank you.
по-своему всякого. Но она все-таки достаточно по сравнению с другими авторами однозначна. Так ты ее покажи. А ты еще и этого не показываешь. А я должен сидеть и сосаться ругать, да? Готово, сейчас. Какой все, еще же мои красавицы были? Конечно, вот два осталось, этюд, картины и красавицы. Гениально! Ты потом не напомнишь, как ехать, да? Все неадекватно. Я сообразил, в чем дело, там визуально все изменилось. Стоят и знают, как укладчики. Смотрю, кто-то делает вот так, нам не туда. А когда я когда понял, было поздно. И дальше я тебе раз развернулся. Да, это я поняла. Второй раз на вашей этой разведке то же самое, ремонт. Вот здесь, на подъезде, в эту сторону особо. Эх! Да нет, сейчас. А как говорил Шумаки, это. Доцента Сергей Булатович Веретенников. Да, моя. Знакомая личность.
Thank you.
отсюда. Стоп. Мать, ты чего творишь-то? Сильной доли в самом начале. Какой к чертовой матери рубака? Еще не определились с движением. Это получается просто девочка плохо считает, понимаешь? Никогда нельзя менять темп на паузе. Нельзя. Сколько раз это было? Ну,
вот я же здесь иду вперед, и ты здесь молчишь, как рыба об лед. Вот появятся две ноты, между которыми есть расстояние, и я пойму, что ты начинаешь менять темп туда или сюда. Сообразила? По-моему, у тебя это немножко от того, что тот самый случай. Ты вся в этом деле, и там сильные горе нет. А потом ты берешь сдержание 3.16. А я что должен? Спасибо, Аркадий Григорьевич. Да на здоровье. Он же, в принципе, я уже столько с этим утюжем, ну, по-всякому, и так, и всяк. Сколько раз говорю, а попробуй посчитать и сообразить, что вот это. И вот на этом оно задышало. И поехала, и поехала. Я пойду отсюда сейчас. Девица, здравствуйте. Здравствуйте. Живу в библиотеке. Да, в библиотеке закончили. Ну, надеюсь, вам хватит? Нам-то хватит. А нам не надо. Я у вас за спиной сяду. Подожди, нужно прицелиться, чтобы попадал на ногу. Разыграны? Да. Что играете? Молодцы, все по правилам. Она свою половину протирает. Пианиссимо, что у меня вырабатываете красивые звуки?
изображайте с верхней страницы, как хотите. Ты мне так говоришь, я не такое могу сказать. Что такое? Та-ти-та-там. Ну, я понимаю, что там стоит везде апартамент, но соображает, что после ми-бемоля в тональности фа доминант-мажор ре не может быть таким же в бадуре. Ну, понимаешь, вот подробность. Ну, может, комиссия не заметит, а для души. Следовательно, нужно вырезать актита, папа. Наше дело.
Thank you.
ничего не предвиделось. Не предвещал. Да. Все, уже совсем заехал. Все!